Самарские фотографы для своей коллективной выставки задали тему философскую всеобъемлющую. Оказалось, что фоторабота в любом жанре может стать иллюстрацией к теме дорог, будь то пейзаж, портрет, спортивная фотография или жанровая зарисовка. Тема очень сложная, и раскрыть ее достаточно сложно, на самом деле, если это делать по высшему уровню. И как это получилось, это уже решают зрители. Но имена все наши известные, наиболее регулярно, посещающие наше объединение члены, они вот сделали такую выставочку. Сегодня члены фотообъединения при Союзе журналистов – это профессиональные фотографы и любители, те, кто уже многие годы работает для СМИ, и коммерческие авторы, для которых фотообъединение – это шанс выразить свою индивидуальность. Фотообъединение наше для меня, конечно, глоток свежего воздуха, потому что все-таки коммерческие съемки – это сдерживающий фактор, определенные рамки не дают мне выходить. А здесь свобода, творчество. Дороги, которые мы выбираем, стала четвертой и последней фотовыставкой в сезоне. Хотя кто-то сегодня считает, что фото проще и удобнее смотреть на виртуальных площадках в интернете, библиотеки по-прежнему стараются дать возможность фотографам напрямую контактировать со зрителем, а зрителю видеть работу в том разрешении и масштабе, которое выбрал автор. Фотография – это искусство. Точка. Фотография – она всегда будет искусством, и выставки нужны для того, чтобы люди понимали, где искусство, а где не искусство, а где проба себя, где есть просто высказывание, где есть ремесло. Получилось ли слаженное, единое произведение из 15 высказываний фотографов судить зрителю? Выставка работает в течение 2 недель. Елена Шишкина, Сергей Костин, Новости губернии.